25 мая, вот у нас кормежка. Вот так малыш лежит, те уже наелись. Вот так я аккуратненько его подкармливаю. Во-первых, я так решила все-таки делать, чтобы у него привкус у щенят не испортился. Потому что так он как бы естественно. Вот Буся вылизывает, какая она молодец, хорошая мама. Ой, куда пошел? Перевернулся. Привкус так не испортится. Бусяш, покажем, давай. Так вот потихоньку я подпаиваю. Им кажется, что они сосут мамку. Да, это дольше. Но, во-первых, они так больше съедают. Бумер, хватит тут наблюдать. Я потом спокойнее за них. Можно попробовать подкормить малыша вот здесь. Нет, он не хочет, он хочет спать. Так вот подкапали, видите, у него скопилось молоко, и он его спает. И девочку также подкапали, и они будут кушать сейчас. Вот какие молодцы, наелись. У нас получилась такая ситуация, что вот малыш, который плохо себя чувствовал, я его больше подкармливала, он привык побольше кушать, побольше сосать, и он стал, сейчас он покрупнее даже, чем остальные. Немножко я его перекормила. Ну, вот тут можно еще чуть-чуть. Дали. Все, он уже там не хочет сосать, он хочет спать. Буся все это терпит. У детишек я вот поражаюсь, ни одной какашки, это вот такая чистота. Мамочка очень хорошая Буся в этот раз. Если бы не проблемы, то вообще бы было замечательно. Ну вот он присосался, даже подкормим его. Те малыши уже просто лежат. Ну, он уже уснул у мамки просто на сиськи и не сосет. А этот, видите, как активно подключился. И они как замечательные малыши.